Так, у Паши с Оксаной теплица. Вон туда зайди, Такая. возьми, пощупай помидор. Уже краснеет. Большие Помидоры как-то по надо. 2 метра, короче. А вот самое главное-то арбуз в висячем положении набирает Дальше пройди объем. огурцы, пощупай. Сейчас. И вот помидорки черри. Такие. Посередке гряда с этих с огурцов. Это перцы, да, такие. Ну вот они первые уже огурчики. Уже по 5, по 6 сантиметров есть. Помидоры такие снизу. Ну, прикольно с тепличкой-то. Ну вот, прошла неделя. Мы уезжали. За эти неделю выпало столько вот осадков. Все наполнилось весь. Это еще раз показывает и доказывает, что плиту залили ровно, вода стоит по всему уровню одинаково, нигде нету островков, все в воде. Вот сейчас делаю внутреннюю гидроизоляцию, ну, внутренний контур, вот, гидроизоляцию раскатываю. Ну все, сейчас плотненько занимаемся срубом, гоним вверх и гоним, как говорится. Постараемся по 3 венца в день хотя бы ложить, потому что ложим мы первый раз такой срубик. Будем стараться. Ну все, смотрим, как говорится.
посадили. Первый раз попробуем, что у нас из этого выйдет. Так, огурчики-то уже пошли у нас. Уже все нормально. Помидорчики зелененькие висят. Горох уже есть. Ну, тут и арбузики где-то есть. Это я их дала, маленький арбузик. Вот он, вот он маленький арбузик. Что, посмотрим. Потихонечку дело движется у нас. Да, Рамуля? Ну, как только за груд перевалит, будем леса ставить. Вчера пообещали 3 венца, кое-как 1,5 сделали. Но это мы пристреляли, пока пристрелялись. Ну и жарко. Да.
Вот уже здесь четвертый венец пошел. Здесь как бы направляйка. Ну, это старая, короче, ее как направляйку использую, будет другая. Вот она все. Вот это мойка. Вот это парилка. Вот здесь будет печь стоять. Сразу кирпичи положил, чтобы кладка кирпичей была в 4 кирпича. Все. Вот. Гоним. Гоним с рук. Запиливается. Вот. Вот. И пилим все вот на этой. На этой циркулярке. Вот сделал раз подставку, вот два подставку, брус. Вот вторая подставка. Брус ложится. И жик нахуй. И все. Так, вот она вторая партия. Уже довез. Второй прицеп. Тот прицеп уже вон он, где 6 венцов там уже стоит. В будущей бане. Так, кто еще не понял, это бушный брус. Этот брус использовался для перекладки ЖБИ конструкции, которые перевозились по железной дороге. Такое удовольствие. Здесь в Хабаровске стоит 6500 за куб. Ну, в этом прицепе как раз куб и есть. Так, будем опять сюда перекладывать. Это вот с той партии 3 брусины осталось. Как говорится, процесс движется.
растет наш срубик. Банька. Сегодня еще два венца чмакнули с Викусей. Так, смотрим углы. Завала нету. Нету, видишь? Оп. Оп. Так. Здесь отсюда. Оп. 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 Заходим в дверь. Это портал для печки, который будет кирпичиком облаживаться, облицовочным таким шлифованным. Так, это уже моечка так подросла. Парилочка подросла. Все так. И окошечко вот такое подросло. Все.